Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будет такой вот цилиндр фирма Kolff. Пятипинка, перфопрофиль. Имеется даже ключик. Давайте мы его достанем. Вот такой вот ключ. Как бы ничего особенного в этом цилиндре нет. Но любой цилиндр, как вы понимаете, любой замок, не только цилиндр, может вымотать нервную систему, даже очень простой. Поэтому, как будут обстоять дела с этим цилиндром, вы увидите в этом видео. Давайте мы тогда зарядим наш инструмент, сделаем натяг и попробуем его открыть. Так. И вы видите вскрытие этого цилиндра. Все эти цилиндры, как вы видите, не продержались даже пару минут. Стоит их устанавливать или нет на свои двери, смотрите самостоятельно. Такой вот цилиндр. Давайте мы его отложим и перейдем к следующему. Так, это сюда, чтобы мы не путали. Далее.